Местные не особо рады нас видеть. После войны у них тут образовался настоящий технофобский культ. Его лидеру удалось заманить меня в ловушку в полузатопленной церкви. Не знаю, что они собирались со мной сделать, но... А ты, Артём, что, в порт собираешься? Людей там нет. Я, по крайней мере, не видел. Нелюди есть. Так что будь осторожен. Это кто осторожен? Артём? Артём, ты в порт? Катя, Настя, идите чай пить. Не стесняйтесь.
Сейчас я сниму, пусть.
Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж же приятно посмотреть, честное слово! Эти-то хуже мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу крачу. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово! Меня Крестом звать. А ты с того провоза, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу валить начали? Ну, так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тута. Верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не приучают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. Эй, братка!
Че, в натуре, бля? Не хуй, совсем один. Отпустите, бля. Походу, реально не забашляет. Ну так че, отпустим? Ну а то, бля. О, спасибо вам. Спасибо. Да, Фрейрок, херовая твоя житуха. Забашлять некому. Валим, попадали! Тихваля! Вижу базу! Семен, мост все. Сектанты теперь на коне. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной трясине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отведет. Дизель, сразу загоните братьев. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял? Торгуя. Как остальные за мост узнают,
Любое корыто будет на вес золота. Но если вы...
успел, что Господь сохранит сказать. А уже и всю заставу на корот метала. Еле ноги унесли. Вот уж бесовство. На живых людей паровозом ехать. А твои еретики, мы было по ним дали дружи. Да куда там? Такое и из пушки не сразу завалишь. Отец Силантий хоть и простил нас милостиво, а что за еретики ну, каждому свою наложил, потому как вот он сказал, что как. А тебя за что наказал? Домашка моя, я нашу кипятку опрокинула, а я ее по матушке обругал. Святой отец наш так и сказал, мол, бить бей, добра не полезно. А матушке этот рот свой пачкать, да демонов призывать. И отправил вот рыбу убить, а оружия никакого. Не боись. Людей сюда никто не забирает. Разве что царь рыба бывает. Господи, спаси. Ты смотри, кто пожаловал. А, еретик! Ишь ты, лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с ч... Свет Люциферов! А! А ну, убери фонарь! Грех это! Ишь ты, лампы бесовской не светит, ствол спрятал.
Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Ну, я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного.
держись! Сейчас тут все накрошим! Аня! Что с тобой? Аня! Черт! Надо было Солнышу сказать, что мы ее нашли. Не нужно. Батя потом... Хорошо, Артем нашел. Что это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, это могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше... Спасибо, добраться. Родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Ещё чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Анька, до инфаркта старика доведешь. Вернешься, получишь и меня. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Анну. Теперь ты ее за шкирку тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданских на борт тащит. С ума все посходили. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю с Настей. Тёма, правда, мне лучше. Всё нормально. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький... Я... Мы пойдем назад, наверное. Да куда вы пойдете? Вас там теперь сожрут святоши эти. Привет, Артём. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Привет, Артюх! Видишь, как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их во вроде втиснем? На ящиках с углем спать? Ну мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит.
Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню. Тут и думать нечего. И не надо Аврору. У меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христя не пущу. Мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. А теперь я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, Артем, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артем, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли, страшное дело. Из стольких передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий, а что хочу сказать-то. Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артем, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артем, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихаря кое-что сделал. Попробуй установить. Верстак свободен. Ну, не буду задерживать. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что давай с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и Силантий этот. Кстати, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. Конечно, Артем, пусть вас Бог хранит. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарить. Артем, ты же к терминалу? Может, князя встретишь, у него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Удачи, брат!
Думаем, демоны где-то на цистернах гнездятся. Глянь, вдруг эта погонь туда мишку занесла. Понимаю, звучит странно, но это ей отец подарил. Она теперь ехать без него никуда не хочет. В общем, буду у тебя в долгу, если ты этого мишку вызволишь. Шеи рисковать, понятно, не надо. Эй, это что у вас за концерт по заявкам на рабочей чистоте? Боец на задании, нехер его нагружать всякой ерундой. Все, все, товарищ полковник, уже ничего. Распустил я вас. Ладно, конец связи.
еще вообще? Видишь? Пацан еще о дело говорит. Ну, караван, давай под пацанами ждем. А мы тут чувствуем. Несу, чушки нас просекли бы, стуканули караванщиком. И капец плану грибы. А это еще чем пахнет. На пику поды. Какого хрена я тут торчать? Точно. Ты это если надо. Нам чисто портанес, понял? Ну а че мы этих тогда на месте не кончили? Алло! А как караван хлопнем, глыба сам на барже грести будет. Пыхнуть или чё? Хотя нет, нахер, нахер. Ёпта тут. Куда грести? К машине! Машин для главного дела нужен. А барже чисто гамор снести и толкнуть сработанный гамор. Пацаны, надо туда шманать все, пока ты душа его не спалил.
Не бросай нас! Пожалуйста! Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить по существу. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбино очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Сюда. Тебя ведь Силантия анафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу.
Ну здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, тогда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Доброй охоты!